искренние взгляды и взор в светлое будущее. Сегодня в парке Изумрудный соединились сердца и души двух влюбленных людей. Ты просто светишься и светилась изнутри. Я вижу в тебе этот огонь и хочу через всю нашу с тобой жизнь делать так, чтобы никогда не угасал. В этом сезоне «Изумрудный» видел концерты Шатунова, массовый забег, гастрофестивали, репетиции моделей. А вот свадьбы еще здесь не было. Это наш любимый парк, поэтому у нас даже не возникало сомнений в выборе места для проведения церемонии и фотографий. Поэтому это лучшее, наверное, что у нас сейчас есть в городе. И даже не хотелось куда-то ехать, а хотелось именно здесь. Тем более мы живем прямо рядом с парком. Да. Эта идея пришла в голову мне, потому что я часто в нем гуляю. Я подумала, если у меня будет свадьба, она обязательно должна быть здесь. Церемонию провели в кругу самых близких людей. С торжеством ребят поздравил директор парка «Изумрудный» Владислав Вакаев. Подумайте, может быть, потом в парке посадите какое-то дерево ваше семейное, которое будет расти потом и вместе с вашей семьей развиваться, потом вы будете своим детям, внукам говорить, что вот это дерево мы посадили. Поэтому я поздравляю, желаю вам долгих лет счастья, много детей, благополучной семьи. Кстати, эта беседка на острове 3 года назад выглядела совсем по-другому. Сегодня 8 октября 2020 года. У нас постапокалиптические условия. Мы находимся в парке «Изумрудный», город Барнаул. Мы хотим, чтобы этот парк изменился на счет 3. Раз, два, три. Учитывая, что мы изначально эту беседку проектировали как беседку для торжеств, для того, чтобы здесь можно было проводить какие-то такие интересные мероприятия, у нас вот тут все было для этого запроектировано, мы с удовольствием откликнулись на это предложение. Мы специально об этом не говорили, то есть мы ждали, когда кто-то это до этого сам дойдет и сам придумает. Вот девушка по имени Ксения первая догадалась и в итоге здесь провела такое интересное для себя событие. А Ксения и Сергей Эбель запомнят это событие на всю жизнь, ведь именно они стали первооткрывателями новой барнаульской свадебной традиции проводить выездные церемонии бракосочетания в парке «Изумрудный». Юлия Щепина, Дмитрий Денисов, «День с толком».